Я никогда не лезла в политику, моя мама никогда не выступала по телевизору, да, моя жена не выступала, тем более дочеря. И лошадь ни в чем не винна, да, Зазу, да, и другие, да. Вот. У нас есть пленные, которые мы забирали, Донецкий, Луганский дом. Если они, да, снимут санкции с моей мамой, дочерей и ни в чем невинных людей, там лошадей, кроме меня. Под санкции попала. Моя жена, которая домохозяйка, под санкции. Дочка несовершенная, летняя, там тоже под санкции. Исполняется 16 лет, сразу под санкции. Там лошадь под санкции.